Отвечаю на все твои вопросы. В августе вернулась насовсем. Здесь преподаю русский язык и литературу. А ты что делаешь? Я? Скажи, а ты вернулась с Сашей? Саша пишет мне письма. Мелким почерком. Вот. Ну, он будет гениальным ученым. Говорит только о Ксенофонте. Со страшным скрежетом заводит будильник на 6 утра, когда гости приходят. А когда работает, ты знаешь, он говорит мне, ты записывай на бумажке все, что хочешь у меня спросить, а потом, когда я закончу, то отвечу на все твои вопросы по списку. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана. Ну, так ты вышла за него замуж? Нет. И вообще, этот отвратительный громадный город. Это давка, сутолока, это вечное метро, компании разные. Господи, ты не представляешь, как все это мне надоело. Ну, не расстраивайся, все уладится. Да что уладится, что? Все уладится. Нет, вообще, конечно, все правильно. У нас с ним принципиальные расхождения, понимаешь? Пусть теперь живет, как хочет. А письма-то пишет. Значит, ты его бросила? Да. Ну да. И на письма тебе абсолютно наплевать? Господи, конечно, абсолютно. Совершенно, потому что этот человек умер для меня. Ты что делаешь? С сегодняшнего дня я тоже работаю в этом училище. Так что, Ира, мы теперь с тобой. Коллеги. Садитесь, ребята. Познакомьтесь. Это ваш новый мастер. Владимир Васильевич Кузнецов. Люди они, Владимир Васильевич, хорошие, взрослые, серьезные. Отлично знают, почему они сюда пришли. Верно, ребята? Верно! Из дисциплины в этой группе тоже довольно прилично. Обратите внимание, Владимир Васильевич, радиоуправляемая модель мышки. Производство Снегирев и компания. Снегирев, встань. Представься новому мастеру. Наш Кулибин. Снегирев, очень приятно. На перемене зайдешь ко мне. Так на чем мы остановились? По-моему, на дисциплине. Самсонова. Иди, Самсонова. Куда ты? За свой стол иди. Очень вовремя, Самсонова, очень. Явилась. Чудо в перьях. У Самсоновой Владимир Васильевич, к сожалению, свое расписание. К сожалению. Ну, ладно. Приступайте, Владимир Васильевич. Желаю успеха. Спасибо. Садитесь. Я здесь для того, чтобы научить вас собирать платы серии ЛКС-314. Вот, пожалуй, и все. Вот простачка работает. Можно вопрос? Пожалуйста. Владимир... Васильевич. Васильевич. Владимир Васильевич, а почему вы ушли с завода? Или вам надоел монотонный труд? Вопрос остается без ответа. Почему? Потому что он не имеет никакого отношения к платам ЛКС-314. Кстати, спасибо тебе за Володь Кузнецова. Да ладно уж, пожалуйста. Да, к
Да, сегодня проводит первое занятие. Ты знаешь, я все-таки для меня остается загадкой. Не понимаю, почему он ушел с завода? Хорошие заработки. Шестой разряд. Открою тайну. В институт собрался. Время нужно свободное. Ну, со временем свободным у нас все в порядке. Ну, бывай. Ну, будь здоров. Спокойно, Лида. Спокойно. И прошу тебя не вмешиваться. Здравствуйте, ребят. Слушайте пионерскую дольку. Опаздываю. Что-нибудь с бабушкой? Глупый мой ребенок. Что ты натворил? Помолчи. Я же просил. Дмитрий, это правда, что ты бросил школу? И учишься в каком-то ПТУ? В электротехническом. Глупость какая. Ужасная глупость. Ну почему же глупость? Вы сами всегда говорили о самостоятельности. Мы говорили совсем о другом. О твоем будущем. А ты никогда не поступишь в институт. В какой? Ни в какой. Ну почему они у нас такие? Один почему-то лыжник, этот... Ну не преувеличивай. Костя учится в университете. Я знаю, как он учится. Третий год в горах. Митя. Скажи, тогда... Да ведь вы же ничего не понимаете. Меня может понять единственный человек, мой брат. Митя! Лида, оставь его. Пусть уходит. Лора, вон Люська твоя идет. Люся! Люська! Опять прогуливает, а? Приди только домой. Приди. Вот так. Владимир Васильевич, у меня не получается. А ты по какому принципу монтируешь? Как вы объясняли. Положи. Значит так. Посмотри по схеме и все переделай. Поняла? Поняла. Ну и молодец. А кто знает, где Самсонова? На пристани чаек считает. Отдать швартовый.
Спасибо, Владимир Васильевич. Тихо. Внимание, ребята. Нет настроения работать. А у вас такое бывает? Между прочим, вы газеты читаете? А там сказано, что в ПТУ сейчас особое внимание уделяется общему развитию учащихся. Ну, я развиваюсь. Могу выйти. Нет, оставайтесь. Сидите, читайте, развивайтесь. Лично меня этот паяльник тоже раздражает. Ты о чем? Да брось ты, барон. Он все унизил. Не выгнал. Скажешь, нет? Меня? Ну, не меня же. Мне кажется, ты утрируешь ситуацию. Чего? А, ну то иди извинись перед ним. Давай, иди. А что? Прекрасная идея. Ну, что прикажете делать? Третий сигнал из милиции. Почему ваш Кухтин опять в милиции? Николай Петрович, я к вам обращаюсь. А я вам сейчас напишу заявление об увольнении. Я не могу тратить всю свою жизнь на Кухтина. Ну, зачем же вы? Так, сразу. А меня на завод зовут. Только что вы будете делать в следующем году? Набор ведь увеличится вдвое. Ничего, справимся. Приходят новые люди, опыта маловато, а контакт с ребятами есть. Правда? Добрый день. Здрасте. Добрый день. Потому что к работе своей относятся с интересом. Расписание не поменялось? Посмотрим. Барон, домой идешь? Владимир Васильевич, я хочу... До свидания. До свидания. Я хочу извиниться. За что? Как за что? Нарушал дисциплину, мешал творческому труду коллектива. Митя, кажется, да? Да. Мить, так все в порядке, все хорошо. Читал, никому не мешал. В том-то и дело, что читал, а не участвовал в трудовом процессе. Владимир Васильевич, все дело в том, что вы у нас человек новый. Много вы еще не понимаете в педагогике. А ваша задача научить нас, Митя, молодое поколение. Что? Наша задача эффективно использовать свободное время. Занятия окончены. До свидания. По-английски гудбай. Понял? Владимир Васильевич. Здрасте. Принес? Угу. Брат мой. На соревнованиях первое место занял. Скоро приедет. А я им подарок, майку. Не. Лица не видно, мелковат. А у меня фотографии есть. Ну, мне кажется, что в газете лучше, а? Все-таки прям соревнований. Фейс отсюда, а лыжи из газеты. А у вас есть старший брат? Откуда у меня брат? Ты че? А у меня видели какой? Катон? Конечно, Катон.
Я знаю, что можно только на чистом хлопке. Специально купил. Ну как? Получится, а? Тихо. Так. Нормальный мужик. Годится. Скорее бы он приехал. Характер у него. Если ему что-нибудь не нравится, скажет спокойно, и все. Ничего не навязывает. А смешить насчет этого вообще все в упаде, понимаешь? Тихо. Сколько ему надо, столько и будешь смеяться. Юмор у него своеобразный. Через год обещал меня в горы взять. Там здорово. Вы знаете, какой он смелый? У них скорость на лыжах до 100 км в час. Представляете? Лыжные перчатки мне подарил. Настоящие. Шведские. Фирма. Знаете, как он меня плавать научил? Ну, это же целая история. Поплыли мы с ним как-то летом на лодке. На середину реки меня вывез. Встань. Я встал. Он взял и столкнул меня в воду. Представляете? И говорит, плыви. Я плыву. Тихо. На. Здорово. Sei tornata in mente, a letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dava al nostro gruppo qualcosa di più, Enrico che suona, sua moglie. Хто это к нам пришел такой? Маленький, замечательный. Это Люська Лоркина. Люсьена, иди к нам. Ма. Люська. А вот мы сейчас посмотрим. Что это за Люсенька такая? Странная она какая-то, эта Люська.
Дежурный слушает. Говорите. Улица. Ну что мне делать? А вы пишите. Дом, квартира. Ну, так опишите. Подробнее. В котором часу? Все, понял вас. Оперативная группа выезжает. Дежурный слушает. Так, адрес, фамилия. Ясно. Выезжаем. Улица Загородная, дом 27, квартира 3. Что он пишет, товарищ лейтенант? Ну что он шьет? Первый раз мы его видели. В сквере он сам к нам пристал. Ну не трогали мы его. Так, помолчи, гвоздь. Разберемся еще с тобой. Самсонова, а ты что здесь делаешь? Сижу. Здесь все сидят. И вы. Присаживайтесь. Моя фамилия Кузнецов. Вы меня вызывали? Что же это получается, товарищ мастер? Ваша воспитанница, несовершеннолетняя Самсонова, находится в сквере в неположенное время. Вот в такой компании. Приставали, понимаете ли, к человеку? Да ни при чем она. Да вы у меня тут каждый вечер ни при чем. Почему она не дома в такой час? Ну, а вообще-то, вы можете про нее хоть что-нибудь сказать? Ясно. Люся, а ты давно их знаешь? Ну, зачем ты к ним подошла? Ну, скажи. Люся. Ты пойми, я не собираюсь тебе читать никаких нотаций. Мне это вообще не интересно. Я просто, в принципе, хочу понять, ну зачем? Ну, чё ты молчишь? Люсь, очнись, Люсь. До свидания, Владимир Васильевич. Вот так, Владимир Васильевич. Вы знаете о том, что сегодня ответные матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА. Послезавтра состоится жеребьевка. Всех европейских футбольных турниров мы узнаем соперников наших клубов. Динамо Москвы, Днепра, в Кубке Владимир. Привет. Привет. Сижу у тебя. Чемпионов. А пока... Известно уже два результата. Кубок УЕФА. Матчей. ЦСКА Динамо. Скоро новости будут. Ой, хорошо у тебя. Тихо. У меня такое чувство, что я состарилась. Особенно, когда Володя на меня смотрит. Интересно, он замечает? Скоро под этой лампой будут собираться мои ученики. Я буду читать им вслух Пушкина и ничего не понимать в их проблемах. Провинциальная учительница. По вечерам у лампы собираются те, кому отдаешь всю свою душу. Ты, как всегда, права.
Ой. Кто это? Не узнаешь? Володя? Ну да. Да что ты? Да. Плащ мой новый принести. Прежнему влюбленный он стоит под ее окном осень. Она выходит, кутаясь в мамину шаль, и они долго смотрят друг на друга сквозь туман столетий. Очень хорошо. Ира. Что? Ну, что ты хотел спросить? Я... Как у тебя с ребятами, а? В каком смысле? Ну, ты их понимаешь? Прекрасно. Они думают, что рассказ Тургенева Муму про то, как Герасим утопил собачку. Так что я не обольщаюсь. Да я не про то. Ну, вот, например, Самсонова. А что Самсонова? Ну, ты ее понимаешь, Самсонову? Господи, что у тебя за проблемы? Неожиданно проблемы. Проблема наставника. Да. Хочешь, помогу Самсонову на любой разговор раскрутить? Нет, не хочу. Почему? Потому что я не люблю, Ира, когда раскручивают, понимаешь? Свистел? Свистел. По привычке. Просто шел мимо. А я не могла выйти. Понятно. Нет, ну правда. Почему ты меня избегаешь? Потому что я не хочу больше рвать чужие письма. Раньше мама меня звала, мать ее, сестра моя родная, родами умерла. Люська, как говорит, стала все мне мама, мама. Отец моряк был, капитан. Любил он сестру. Умерла, запил. Неделю плавает, неделю пьет. Так пьяный и утонул.
купаться полез, даже и кругов не видели. Я тогда решила Люське ничего не говорить. А выросла, сказала, что в плавании погиб геройский. Понимаете, как тут скажешь, что пьяный утонул? Прошлым летом нашлась тут одна. Рассказала ей все. И что я ей не мать. Что отец пьяный утонул. Все. Люську как подменили. Чужая стала. Возненавидела меня. Иной раз приласкать хочется. Подойдешь, как волчонок. Что мне делать, Володя? Господи, грубит мне, бродит где-то. Я уж и просила, и била ее, да, била, чтобы вы на моем месте сделали. Ну, вообще бы я отпустил ее. Куда? Да никуда, откуда. Из-под вашего колпака. Ну, и ждал бы. Ждал? Чего ждал? Когда она повзрослеет и все поймет. Ведь сейчас она видит в вас врага, правильно ведь? Нет у вас своих детей, Володя. А ни у кого нет своих детей, Лора, потому что есть люди. Маленькие, большие, но прежде всего люди, Лора, поймите. Она же девочка, Володя. Конечно, девчонка. Трудно. Трудно. Будет еще трудней. Она же взрослеет. Слушай, Лен, сегодня вечером дискотека. Пойдем. Угу. Ну что, все в порядке? В полном. Хорошо. Молодец, Лесь. Снегирев, а ты почему не по схеме собираешь? Да неинтересно, Владимир Васильевич. Неинтересно. Сначала собери по схеме, а потом мудри. Хорошо. Мудрец. Какой есть. Фух ты. Почти готово. Владимир Васильевич. Владимир Васильевич, я все правильно сделал, а она не функционирует. Так, раз, два. Две серьезных ошибки. Думай. Я уже думал, не могу найти. А у тебя, я слышал, старший брат есть, Митя. А при чем здесь брат? Он, наверное, тебе во многом помогает. А что, это плохо? Нет, неплохо. Это хорошо, просто я тебе помогать не собираюсь. Ну, а если у меня не получается? Ну, не получится сегодня, получится завтра. А если у меня никогда не получится? Никогда, значит, никогда. Кажется, вы нас здесь собрались учить. Именно это я и делаю. Ты хоть разочек самостоятельно собери хоть одну схему. А я что, не собрал? Я считаю, что не собрал. Это вот они все за тебя сделали. Вот они. Ты работаешь хуже всех. Ты в этой группе турист. Понятно? Понятно. И вот это поступок туриста. Владимир Васильевич, вы поступили жестоко. Что ж ему, врать, что ли? Почему же врать? Ну зачем говорить человеку, что он хуже всех? А если он в натуре хуже всех? А все-таки жалко барона. Пускай барон не выпендривается. Ты сам не выпендривайся. Да это ему только на пользу пойдет. Жестокость на пользу не бывает. Если вы честный человек, то признайте, что Снегирев ваш любимчик. Конечно, любимчик. Да какое вы имеете право так заявлять? Вы все время ему помогаете. Тихо, тихо, тихо. Да, мне нравятся такие ребята. Нравятся. Но я ему помогаю не больше, чем всем остальным. Вы все время к нему подходите.
Конечно, подхожу. Потому что он думает вслух, понимаете? Есть такие люди, которым необходимо работать в группе, необходимо общение. Так вот, видите, такой. Точно, Снегирев всю дорогу бубнит. Владимир Васильевич, а кто лучше всех? Лучше всех? Лучше всех работает Самсонова Люся. А почему не я? Потому что Люся не просто учится. Она работает, решает все сама. Вообще работает, как в цеху. Вот и все. О чем ты говоришь? Я уж и не помню, когда я куда-нибудь выходила. Устаете очень? Да. Кручусь, как белка в колесе. Мне бы хотелось к субботе. Успеете? К субботе? Нет, к субботе никак. Нет, я к субботе не успею. Плечики делать? Угу. Правильно. Так когда же на примерку? На примерку? Здравствуйте. Здравствуй. В понедельник. Угу. Ну ладно, тогда я пошла. До свидания. Угу. Я только тебя прошу с утра, ладно? Хорошо. Молчишь? Ты думала, я ничего не узнаю. Ты посмотри на мои руки. Я на тебя всю жизнь положила. Ты думала, я дура. Да, я дура, я дура. Тебя по милициям таскают, а я тебе джинсы покупаю. Сегодня утром инспекторша приходила. Я ей подписку дала. Ну, что будет дальше, Люсенька? Нужны мне джинсы твои. Ты никуда не пойдешь. Ты у меня никуда не пойдешь, пока я Отойди. Тебя... Отойди. Да чего ты мне надоела, истеричка? Самсонова. Люся. Люсь, можно я спрошу тебя кое о чем? Спрашивайте. Люся, а почему ты все время молчишь? Ну, ты можешь сказать хоть что-нибудь? Могу. Люсь, ты очень странная девочка. Мне бы хотелось тебя понять. Люся, мы живем с тобой в прекрасном старинном городе. Мы могли бы с тобой разговаривать. Мы могли бы с тобой дружить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, хорошо. Я расскажу о себе. Когда-то давным-давно я жила в этом городе, совершенно не сознавая, что счастлива. Ты когда-нибудь думала о счастье? Нет. И прекрасно. Люди, которые думают о счастье, уже потеряли его. Трудно сказать, в чем именно заключалось мое счастье. Ты знаешь, я вспоминаю каток в старом парке. Радость, с которой я просыпалась по утрам и завтраки с мамой на залитой солнцем кухни. Однажды я нашла улитку. Что это была за улитка? С людьми что-то случается со временем. Что-то непоправимое. Мир тускнеет для них, он выцветает. Я тебе очень завидую, Люся, потому что ты сейчас видишь эту улицу совсем другой. Какую улицу? Ну, эту, на которой мы с тобой находимся. А что такое с этой улицей?
просто мы с тобой видим разные улицы. Этого не может быть. Хлебный на углу видите? А киоск? Люся, ты понимаешь, все буквально, какой ужас. Смотрю на вас, Ирина Александровна, и удивляюсь. Вы учительница, а выдумываете. Зачем вы выдумываете? Люся, ты что? Вы врете про потерянную радость. Зачем вы все врете? Люся! Люся! Кефирчик. Так, ладно. Салют, малышка. Привет, давно не видел. Не узнаешь? Нет. Ну, из милиции тогда девчонку вынимал. Люську. Вспомнил? Хулиган. Хулиган. Сашенькой зовут. Очень приятно. Поговорить надо. О чем? О Люське. Слушай, парень. Мой тебе совет. Если встретишь Люську на улице, переходи на другую сторону. Так будет лучше, понял? Понял. Если она со мной на другую сторону не перейдет, от вас-то всех подальше. Достали девчонку. Оставь Люсю. Предупреждаю последний раз. А то ведь... Знаешь, она у меня ночевала сегодня. Люська. Короче, пришла она вчера. Ну, звонок. Открывай, дверь стоит. Я, конечно, обалдел. Ну, деваться некуда, говорю. Заходи. Зашла. Ну, ей музыка одна там нравилась. Ладно, это не важно. Сели. Говорить не о чем. Время 12 час. Я говорю, у тебя дом-то все нормально будет? Молчит. Помолчала, помолчала, встала, пошла, пальто одела. На пороге остановилась. Тут меня, знаешь, осенило. Спрашиваю, тебе что, ночевать негде? Кивает. Я говорю, у тебя тетка есть. Молчит. Знаешь, как-то жалко мне ее стало. Короче, говорю, ты ложись здесь на диване, я в другой комнате лягу. И тут она заплакала. Представляешь? Ни о чем не попросила сама. Во характер. А где она сейчас? На занятиях ее не было. Не знаю. На работу выходила, спала. Пришел, ее уже не было. К тетке идти не хочу. Вот, тебя встретил. Ну ладно, я, кажется, знаю, где она. Пока. Счастливо. Thank you.
спасибо. А папа в этой каюте жил? Он здесь везде жил. Мы с ним с матросов начинали, с палубы. От нее до капитанского мостика длинная дорога. Иван Васильевич, на мостик поднимитесь. Иду. Ну, я сейчас. А ты пей чай. Он на этом диване. Да. И сидел здесь, где ты сидишь. Ты не слушай, что про него болтают. Не слушай. Пока мама была жива, и отец твой жил, можно сказать, на полную катушку. Вот такой был человек. А погиб он трагически, как за ней ушел. Я так понимаю. Потому что любовь его была до смерти. О, мам, ты уже дома? Как видишь, может, поужинаем вместе? Я есть абсолютно не хочу. Чая крепкого попью. Сынок, я знаю, что она вернулась. Володенька, она здесь не останется. Измучает тебя и уедет. А
может, мам, сейчас все будет иначе, а? Ладно. Как знаешь. Ира, ты здесь? Да, Володя. Мимо шла. Просто шла мимо. Наверное, это выглядит глупо. Ир. У Мити Боронина брат погиб. Автобус перевернулся. Да нет там никого. Дмитрия Антоновича после похорон в больницу забрали. Сердце. А Лида там днюет и ночует. А где Митя? Ой, с Митькой беда. Я за ним присматривать взялась. А он как вчера ушел, так до сих пор и нет. Где он может быть? Вы знаете, где автобус перевернулся? Да здесь недалеко, за городом. Костю-то в нашу реанимацию привезли. Дышал еще. Вот он. Пойдем, времени мало. Садись. Я смогу уделить тебе минут пять, не больше. Сейчас из Беляевки привезут четверых очень тяжелых. Два автомобиля столкнулись. Но что ты хотел узнать? Скажите, ему было больно? Зачем тебе это? И какое теперь это имеет значение? Я хочу знать. Я имею право. Хорошо. Твоему брату не было больно. Это я гарантирую. Не прощу тебе, если врешь. А у нас здесь никогда не прощают. Не прощают и за правду, и за неправду. Тут у нас выражения не выбирают. Но тебе я сказал честно. Если бы твой брат пришел в сознание, ему было бы больно. Но мы бы его вытащили. Боль иногда хорошо, просто отлично. Ну вот я тебя и нашел, Митя. Пойдем домой. Пойдем. Участка срочно сдать наряд в диспетчерскую цеха. Табельщица четвертого участка Самсонова. Срочно сдать наряд в диспетчерскую цеха. Ничего, работай. Внимание. Завтра на поселок Стрейфель отправляется в 6 часов 45 минут. Повторяю. Завтра автобус на поселок Стрейфель отправляется в 6 часов 45 минут.
обязательно случай. Кайфу, дайте. Снегирев. Самсонова. Федя. Чего? Ребят, давайте на конвейер. Помнишь, Федя?